Многие меня реально задолбали, мягко говоря, своими фразами «а тот сказал это, а Хуяныч сказал это». Я потратил около получаса, чтобы перекачивать рекрутов из лагерей в Академию Героев. Да, там написано, что есть шанс получить ГМ прошлых месяцев. Я не стал заострять на этом внимание, так как из моих 30, сука, крафтов выпали только сплошные регулярки. Нет там ни ГМ, ни хуя другого на данный момент. Шансы в описании Академии Героев указаны, они есть, но ГМов, сука, нет. Чтобы вы понимали, один крафт в неделю делается. Я за 30, сука, крафтов поймал столько Елены Ричардов и прочего дерьмища, что просто пиздец. Я не нашел там ГМ. Зачем мне вставлять видео то, чего я тупо не обнаружил? Шансы мизерные. Если вы готовы ждать год, чтобы получить ГМ, я очень рад. Я вот лично не готов качать это дерьмо в том виде, что оно сейчас стоит прямо передо мной в руках. В пизду меня бомбит, дальше интереснее, бла-бла-бла.